На стенде Чувашской республики работают и представители Министерства труда Чувашии. Они проводят там мастер-классы, учат, как изготовить куклу-оберег. Участникам мастер-класса предлагается на выбор выполнить 5 видов обережных кукол. Специалисты не только прививают основы ремесла, но и рассказывают историю каждой куклы, знакомясь с чувашской культурой. Например, куклу-пеленашку принято класть в колыбель, когда в семье ожидают малыша. Как отмечают организаторы, первые куклы-обереги сделали посетители ВДНХ, имеющие чувашские корни. Создать свой амулет на выставке можно до 17 декабря. Мы проводим мастер-класс по изготовлению куклы-оберегов. Для изготовления кукле приходят и взрослые дети. Детям очень нравится готовить куклу на палец, особенно куклу шиваются, потому что скоро Новый год, и они хотят заказать шивание. Взрослые изготавливают куклу, похожие на куклу своего детства. Каждый, что изготовит кукле,